Проект развития, принадлежащий Казанскому федеральному университету, территория так называемого Верхнего клинического сада, был обсужден в минувшую пятницу. Свое видение того, как должен выглядеть сквер, ректору КФУ Ильшату Гафурову представил известный казанский архитектор Николай Новиков. Разработанная концепция руководством КФУ была одобрена. Более того, Ильшат Гафуров предложил обсудить ее со всеми неравнодушными после внесения небольших поправок. Предварительно презентация проекта сквера и его обсуждение назначены на первую половину июня. Напомню, история санитарной вырубка деревьев за вторым учебным корпусом КФУ получила огласку еще осенью прошлого года. Тогда многие общественные организации поторопились обвинить руководство вуза и власти города в осквернении исторических мест. Однако на встрече с представителями СМИ и общественниками было заявлено, что здесь разобьют сквер.